Всем привет! С вами Светлана Никитчук и очередной выпуск «Еда и я». И сегодня мы говорим о ленивых методах похудения. Есть ли они и работают ли? Давайте разбираться. Конечно, всем нам хотелось бы найти максимально простой и быстрый способ снижения веса. И многие искренне верят, что он есть. Итак, таблетки для похудения. Скажу, что это самые продающиеся БАДы, наверное, в мире, поскольку худеющие действительно искренне верят, что выпив таблетку, они похудеют и похудеют навсегда. Таблетки для похудения – это самый большой развод. Если вы посмотрите вот это видео «Как уходит жир», вы поймете, что никакие таблетки действительно не помогут в борьбе с лишним весом. Но как же, если вес действительно уходит, возразят многие. Да, действительно, он уходит, но за счет чего? Абсолютно все препараты такого плана, они работают только на выведении жидкости из организма. Достаточно быстро и очень сильно. И я скажу, что это небезопасно для здоровья. И в долгосрочной перспективе вам точно не удастся удержать вес. Поскольку все потерянные килограммы вернутся, более того, больше 10 килограмм придет сверху. Коктейли для похудения. Сейчас все сетевички занервничают, ведь это их основной доход. Итак, вам предлагают купить чудо-коктейль и заменить им 2 приема пищи в день. У вас он будет на завтрак и, возможно, на обед. На ужин вам предложат какие-нибудь овощи, а лучше легкий салатик, плюс кусочек рыбы или мяса. Итого, ваш дневной калораж составит всего-навсего до 500 калорий. Разве вы не похудеете? Конечно, вы похудеете, но не благодаря чудо-коктейлю, а только благодаря тому дефициту калорий, который вы создали. Итог такого похудения – минус хорошая сумма денег, минус обмен веществ, плюс все килограммы, которые вы набрали, и плюс огромное разочарование в том, что опять диета не сработала. Пояса для похудения. Ну, здесь вы хоть здоровью не навредите. А тот пот, который вы видите на животе, когда вы снимаете пояс, это всего-навсего вода. Это не жир. Жир так не выходит. Вода как ушла, так и придет. Жиросжигатели, такие как L-карнитин, это действительно хорошая биодобавка, и она действительно работает при определенных условиях. Его функция – перетащить быстрее жирные кислоты в место сгорания. То есть он работает только во время тренировки, когда вы создали все условия для жиросжигания, а его часть будет достаточно косвенная. Напрямую на жиросжигание L-карнитин никак не действует. И, собственно, если вы будете его пить лежа на диване, он абсолютно никак не сработает. Как видите, нет ленивых способов, нет быстрых способов, есть балансированный рацион и изменение своих пищевых привычек. Не тратьте деньги на ветер и берегите свое здоровье. Подпишитесь на мой канал. Дальше будет еще интересней. До встречи, пока-пока.